Привет, это тот самый Лемон. И сейчас я покажу тебе, как получить новые бесплатные вещи в Roblox. Всего будет 5 вещей и один питомец. Обязательно следи очень внимательно, чтобы все получилось. Поставь лайк и подпишись, если хочешь больше бесплатных вещей. Для того, чтобы получить первую вещь, нам с вами нужно в поиске написать House of Blueberry. Потом мы заходим в этот place, загружаемся в игре и появляемся на этой площади. Мы тут видим такое здание. Нам с вами нужно зайти внутрь и потом подойти к этой стойке. После чего мы нажимаем «Сделать фото» и фотографируемся. Вот, нам дали бейдж, то есть вещь уже получена. Вот, смотрите, она уже появилась в инвентаре. Довольно-таки прикольный, милый питомец. Чтобы получить следующую вещь, пишем в поиске «Tommy Play». После чего переходим в данный плейс. Заходим, запускаем игру. И выбираем, очень важно выбрать вот это, «The Bronx». Потом мы появляемся тут и внимательно смотрите, куда я буду идти. Так, нам тут нужно спрыгнуть. И главное попасть на эти железные пути. Так, все отлично. Оббегаем вот эту остановочку и видим такие облака. Нам по ним с вами нужно пропрыгать. Так, раз, два, три. Когда видите вот эти граффити, нужно обойти эту стену и прыгнуть на вот эту вентиляцию, наверное. Так, тут еще пару облаков, и мы почти уже у цели. Вот, смотрите, просто нажимайте на претензию и забирайте эту перчатку. Вот, все, нам дали бейджик. Смотрите, заходим в инвентарь и смотрим, как все это выглядит. Нам, кстати, дали не один предмет. Смотрите, у меня теперь есть крылья. Еще у меня есть наушники. Давайте все это наденем и посмотрим, как все это вместе выглядит. Для получения следующей вещи пишем в поиск то, что пишу я. Переходим именно в этот плейс, потому что все остальные это фейки. И бежим на эту баскетбольную площадку. Там нам нужно будет кидать мячи, и потом нам дадут вещь. Смотрите, подбегаем к этому кольцу, к любому можно подойти и нажать на Е. Так, смотрите, тут главное еще правильно попадать и зарабатывать очки. Так, давай сюда, сюда. Ага, отлично, там какой-то баскетбол. О, все, финиш! Готово, я это сделал. Теперь у меня есть вещь. Можно получить еще одну вещь, если побежать на сцену. Смотрите, куда бегу я. Вот я прыгаю, получается, на сцену и подхожу к этому кругу. Тут нужно нажать тоже на Е и забрать награду. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось по итогу. Вот, смотрите, это все вещи, которые мы получили. Если тебе понравилось, то ставь лайк и подписывайся. Это был тот самый Лемон. Всем удачи и всем пока.